Уважаемые телезрители Улправды ТВ, с большим удовольствием хочу поздравить вас с наступившим Новым годом, пожелать вам, конечно же, прежде всего здоровья, счастья, чтобы ваши семьи были как полные чаши, чтобы дети и внуки радовали вас, чтобы внуки и дети, в свою очередь, не забывали о своих родителях, дедушках и бабушках. Вот счастье – это понятие очень такое объемное, растяжимое. Но самое главное, вот было такое выражение – счастье – это когда тебя понимают. Хочу пожелать вам понимания всех своих близких, друзей, родных, чтобы счастье было у вас всегда. –